Бука-бука-бука-бука-бука. Shop-buka.ru. Всем привет, дорогие друзья, с вами Залиэл, и мы с вами продолжаем играть в Battlefield Hardline. Итак, эпизод 4, дело закрыто. Всем ясно, что детектив Карл Старт занимается грязными делами. Не ясно, кто еще замешан и кто его прикрывает. Но мы-то уже знаем с вами, что Хай уже его прикрывает еще как, и что и она крыса еще та позорная, и что Стоддарт, как вы поняли... И самое обидное, что нас посадят в тюрьму. Ну, я уверен больше, чем что мы, конечно, освободимся, что справедливость восторжествует, и, естественно, зло будет наказано. Правда, конечно, в жизни-то все наоборот, ребят. И мы это прекрасно понимаем, поэтому, можно сказать, и играем в игры, что здесь все по-другому. Да уж. Я даже уже... подозреваю, как нас... Итак, Эванс Филипп. Ух ты, ёптыш! Это ж тот... тот братишка, который... Помните, нам... хотел стекло... ну... почистить в самой первой миссии. Ох ты, блин. Вот он поднялся-то из грязи в грязи. Хрязи. Князи. Так. Г-17. Итак, возьмем давайте что-нибудь по-другому. Надо все-таки нам действовать-то как-то... Я люблю вот эту пушку. Голографический, что ли, микро. Ха-ха-ха. 4Х. Да-да-да-да-да. Вот это уже мне нравится. АКОГ. Нет, я возьму, пожалуй, вот этот прицел. Да, знаю, у нас не такая уж снайперка будет. Всегда поражался, когда снайперы ставили фонарики. Типа ослепляет. Но на самом деле, ни хрена. Так, глушитель, рукоятка без насадки. По сути, мы не должны убивать-то кого-то, понимаете, ребят? Здесь мы получаем, наоборот, уровень за кого садим, но... Должен не согласиться с твоей оценкой фактов. Я все понимаю и благодарю тебя за твое время. Это была благородная Наоми Кушнер. Что мы думаем о судье Кушнер в наших краях? Либеральная наемница. Судья Кушнер не даст мне ордер на некоторых сообщников Нельца. Что, в принципе, нормально. На войне свои правила. Капитан Доус. Энсоса, мы втроем племенной суд. И мне известно о том, что у нас проблемы с некоторыми членами нашего племени. Он не взял деньги. Твою мать. Да вы издеваетесь, что ли? Я должен был знать, можем ли мы доверять тебе. С самого начала твоя напарница твердила мне, что можем. Теперь я понимаю. Нельц сказал что-то о сделке со Стоддартом. Да, разумеется. Тогда возвращайтесь в офис Нельца и найдите что-нибудь, что я мог бы забрать в отдел внутренних расследований. Похоже, ураган надвигается, но дело нельзя откладывать, детективы. Так точно, сэр. Так, а типа деньги-то останутся у тебя на столе? Чё-то я типа не понял. Лучше бы в моем кармане. Ладно, ладно, конечно, конечно, они не останутся в наших кармашках. Но, блин, оказывается, у нас напарница-то хорошая. Здесь уже побывали криминалисты. В чем дело? Ну, они точно не искали улики против Стоддарта. Ладно, если найдем что-то, сразу же идем к Доузу. Если это дойдет до внутренних дел, Доуз не сможет контролировать происходящее. Ты ведь веришь, Доуз? Спокойно, спокойно, что она так быстро говорит? Как заведен, она же такой под следами. Много проблем для всех. Стоддарт по уши в грязных делах. Ты это знаешь, я это знаю. Я буду отсюда наблюдать, а ты иди туда. Узнай, как нам прижать его. С удовольствием. Походу, теперь Спайс пошел потяжелее. Замедлилась она слегка. То скоростью балуются, то этим. Ах, ребят, наркотики это не игрушка. Вот видите, до чего доводит. Хорошая идея. Только будь на связи. Так, у нас уже какие-то улики. Видите, думаю, 5 улик. Есть друзья в департаменте. Да, конечно, есть. Возможно, грязные копы приглядывают друг за другом. Я не удивлюсь, если ты тоже... Никакие улики. Тоже... Может, она тыловая крыса, подсадная утка, двойная девка. Мы ж не знаем.
Так, где... Так, погодите, я чуть не понял. А почему эта сумка здесь, а не у меня находится? Я чуть не понимаю. Что это такое? Что еще тут, интересно, мне домой можно взять? Давайте посмотрим. Ну-ка. Ну, это не надо. Что-то, видите, тут немножко монитор прострелен. Конечно, можно кому-нибудь впарить рублей за сотку. Но... За 100 рублей, точнее. Я что-то, видите, рыгаю. Рыгает братишка ваш. Так, трупы, кто-то тут умирал. За деньги эти. Чёртовы грязные деньги. А, нам на второй этаж. Ага. Так, ох, видите, тела повсюду, повсюду. Рука даже чья-то. Кожаные часики. Ох, блин. Всякой фигней вы страдаете. Так, ладно, не, вот сейчас в данный момент я фигней страдаю, поэтому... Давайте туда. Вот как мы быстренько. Опа! И все, и застряли. Непонятно, как дальше. Видимо, специально это все. Ох ты. Блин, я не хочу умирать. Это уже знакомая фигня. Нет, видите, нам говорят, что где-то там. Но пока я не могу найти. Черт, как все сложно! Может, там где-то? Нет, нет, нет. 13, 12, 11. И где-то здесь. Вон там, может быть. А может, нет. Секунду. Секунду. Может, я правильно шел? 17 метров, 16. Вот тут труп. Блядь, да как тут? Пиздец. Пиздец. Просто... Ах, какой я мудель. Капец. Ну-ка. Здесь хоть? А то опять меня, может, наебали. Да вроде здесь. Так, ну слава богу. Ого! А, это мобильники, я думал, деньги. Все, деньги. Одноразовые мобильники. Да, это уже... Это уже залет, ребята. Хотя вот... Ладно, не буду говорить. Нет, такое лучше не говорить. Такое лучше не говорить. Так, а это что такое? Болтовня Таму-Таму. Что? Вот это мне интересно. Нельс был голосом Таму-Таму, что довольно странно. Ни за что бы не подумал, что Нельс озвучивает аниме. Хотя откуда мне знать, кто озвучивает аниме? Что? Что за аниме ты там озвучиваешь? Ты что, мудишь, что ли? Охренеть. Не, ну такого я не жал. Хотя там, наверное, много платит за дубляж. Так, вот делаем, гадим. Ой, бумажки. Отлично. Так, куда там еще? Погодите, где-то в этом кабинете, что ли? Где-то что-то в этом кабинете. Тут нечисто. Ну-ка. Мусорка опять. Может быть. Тело-то, смотрите, тело-то до хрена-то как. Блин. Поди-ка он нас-то и подставит. В принципе, уже все понятно. Можем даже не гадать. Так, посмотрим, давайте. А, вон там лестница. Ну опять меня наебывают. Что ж такое-то, а? Так. Кто-то тут наследил недавно. Картина. А там сейф, да? Где деньги лежат? Ну, конечно. Ладно, я разберусь с этим кодом. Стоп, а где еще одна улика-то? Ага, расследование. О, открыто новое дело расследования. Опа. Значит, нам сейчас дадут...
Визитная карточка Дэвида Ингасио. Нельс набжал этих ребят в Эльморе. Поговорят, что работники продают. То есть вот после этого задания нам откроется такой херенный пистолет, ребят. Блин. Хотя и этот уже неплох. Я привык. Бинго. Страховой полис Рэми Нельса, дубль первый. Пятница, вечер, 14 августа. Я собираюсь встретиться со Стоттером. Похоже, следующий шаг. Партнерские отношения выгодные нам обоим. Теперь я думаю... Стоттерд. Попался. А сзади он, да? Нет. Хай, нашел что-то. Я спускаюсь. Самое прикольное... Да, замечательно. Самое прикольное, нахрена это записывать? Что за дебилизм? Чтоб мы потом нашли... Стоп. Он, наверное, специально это записал, чтобы потом шантажировать. Такая же байда была, знаете где? В ограблении по-французски. Посмотрите, кстати, классный фильм. Правда, на торрентах вы хрен его найдете. Да, я пытался посмотреть его, братишки. И хрен найдешь. Сейчас в хорошем качестве его не найти. Где-то, может, гигабайт только. Так вот, там тоже самая хрень. Правда, не помню, как этого босса звали, но он записывал, да? Что нашел? Ну и в конце, Нельзя, конечно, сдох. На пленке. Теперь, когда мы пойдем с ним в отдел внутренних расследований, он не отвертится. Рэми где-то хранил свое бабло. Бьюсь об заклад, Стоддарт его тоже ищет. Взгляни-ка сюда. Блин, вам мало того бабла, где... Фу, даже знать не хочу, что это. Я проверила в сети. Единственное место в Майами, где продается это дерьмо, называется «Дом и работа» в торговом центре «Палмкорт». Он бы не стал прятать свои бабки там. Вот почему я взяла адрес склада. Стоит прокатиться и взглянуть. Совет хочешь? Не входи через парадную. Отличный совет. Если Стоддарт появится без меня, считай, дела плохи. Поняла. Ну что ж. Ник, в кафе только что сообщили о подозрительном. Ага, ладно. Только будь на связи. Так, это наша подруга уезжает. Ну, блин, как бы вы заодно с ним не были. То боюсь об заклад. Ну, вы поняли, да? Так. Давайте посмотрим. Нет, у нас классная пушка. Наверное, погодите. Да, вот такая классная. Только прицел, правда, не очень мне нравится. Давайте поменяем. Я просто с таким прицелом ходил и никого не мог убить. Ну, в одиночке, конечно, по-другому. Так, окок. Проверим-ка. Так, неплохо, но... Нет, все-таки я самый для себя лучший возьму. Это голографический. Правда, 1Х, да, я понимаю, это какая-то же... Это в жопу снайперка, но... Такая, полуснайперка у нас будет. Все. Вперед, идемте. Нет, давайте как настоящие профессионалы будем действовать. Че это мы тут? Опа! Все, погнали! Типа. Как настоящие братки, действуем! Так, через парадную не ходим, только сзади. Блин, опять я эту хрень не поменял. Слушайте, забываю. Забываю постоянно. Так. Так, смотрим, мне вот это не нравится. Да ладно! Так, ну стрелять лучше не надо. То я понимаю, к чему это все приведет, блядь! Стой, где стоишь! Все, молодец, молодец! То, блин. Я уж готов был поклясться. Ого-го! Вот это диски! Так, давайте, пойдемте. Блин, это... Эта фигня меня немножко отвлекла. Так, чем мы тут занимаемся, а? Героин, марихуана?
Нет, пока никого нет. Так, мы можем, по сути, его мягонько так приложить. И даже никто не увидит. Отлично. Видите, какая у нас все-таки снайперка. Практически. Какие графики прикольные, смотрите, а. Так, тут поди-ка еще будут братки. О-о-о. Как я и говорил. Не все так просто, не все. Так, как поступим? Смотрите, они сразу включат тревогу, скорее всего, если я одного-то чпокну, да? Давайте-ка. Опа, вот так вот. Все, они типа запалили. Блять, как же нахуй? Все, этот слышал. Значит, все, сирена включена, блядь. Обо мне каждый, блядь, мудель знает. Ну как так-то? Это ж пиздец как тупо. Дубль два. Так, вперед. Лестничка опять нас ждет. Короче, ребят, сейчас спокойно будем действовать. То есть, видите как, одного никак не получается. Если их двое, то придется их арестовывать. Больше, я не знаю, как... Ну как так? Иначе они будут поднимать... Каждый раз тревогу. Идет паскудник. Вон, братка, два идет. Не двигайся! Ага, молодец. Хоть кто-то меня тут слушает. На фабрике по производству тортильи. Похоже, тут все на высшем уровне. Хорошо. Пробив другое здание. Так. Готов. Вижу два здания. Полно охраны. Мендоза, помни, что сказал Доус? Не стоит читать этим парням их права. Так. Проверь крышу. Блин, еще крышу проверить. Так, вы ничего не слышали? Ага. Давайте смотреть, как дальше. Я просто не представляю. Так. И все, тревога отключена. Оказывается, так все просто. Но нам так или иначе надо того жердяя арестовать, чтобы мне больше очков дали. Так, смотрим. Один здесь. Походу, идет сюда. Какой у нас инфракрасный, классный этот, луч, хотел сказать. Ну, поняли. Так. Эй, у нас тут грохнули одного. Спокойно. Вы никого не слышали. Угу. Вот так и надо, да? Ага. Теперь хорошо все. Так, на крыше там, братки, да? Брачки, на крыше. Сейчас мы с ними тоже разберемся. Так, погодите секунду. Ой, блядь, а вот проблема. Видите как. Того-то мы снимем, а этих... И этих придется снимать. Видите, они тут курят потихонечку. Так. Спокойно, ты ничего не видел, мудил. Спокойненько. Блин, все-таки как... Вот когда нормально играем, круто. Похоже мне в ту дверь. Угу. По стелсу. Так, вон того, блин, я зря не чпокнул-то, а.
Так, лучше пока не буду трогать эту хрень. Да, тут у нас проблема. Да его уже не щепокнешь. Но он, в принципе, далеко. Можем не беспокоиться. Так, нет, я не буду сейчас гильзу, ребят, кидать, потому что, во-первых, я не умею это делать. Ну как, умею, но все через жопу у меня всегда, когда я начинаю гильзой пользоваться. Черт возьми, ну ты когда-нибудь будешь уходить-то? Да мне придется реально гильзу, что ли, использовать. Так, давайте спустимся. Ну что делать-то? Так, отлично. Все. Негры мы заключили в тюряшечку. Как хорошо. Вас поняли, 13-й. Да, да, давайте напролом. Прям тут сломайте все. Ну, нам туда, ребят. Или туда, погодите. А вроде-то туда. Видите, да, там подсвечивается. Значит, туда. Ух ты, тачка, я могу ее сдвинуть? А, хер. Смотри, не попадись. Мы не знаем, сколько их там. Ну, это легко, правда, ага. Понятно, понятно. Вроде как всех перемохал, разве нет? Вообще как профессионал. А, стоп, это да, это, блин. Черт возьми, я-то думал именно там подсвечивается территория. Когда найдешь Стоддарда, дай ему договорить. Он обязательно что-нибудь ляпнет. Парни, мне плевать на вашу траву. Я по-любому узаконю через 2 года. Все, что я хочу знать, это кто из вас трогал деньги Нельса. Он обещал нам эти деньги, придурок! Да ладно. Со вчерашнего дня я ваш новый босс. Вы понимаете, что это значит? Что бы ты сказал, если бы нарисовался какой-то кретин и начал все присваивать себе? Я бы сказал, давай поговорим об этом. Ну так, давай, а? Кобздец, ну и крыса. Он увел нескольких людей вниз. Так, улику вижу какую-то. Так, давай за ним. DVD, диски, таму-таму. Господи, я думал, спорнуха. Таму-таму, это хрень какая-то. Не заводит меня эта штука. Так, а вот этот что он... Ага, понятно. Так. Вообще не похож на Нельца. Он ставил этот голос неделями. Дня за 3 он уже говорил, как этот Джеймс Мейсон. Пиздец какой-то. Не говорит голосом Джеймса Мейсон. Человек бизнес, ему об этом сказали. Я вроде нравился. Я вижу, ты больше любишь вафли с клубникой. Ну, наверное. О вкусах не спорят. Хуёво. Не похоже, не похоже. Ладно. Работа. Да, а давайте за работу. Блин, их тут до хрена как бы. Они разговаривают. Не то, чтобы мы отправили туда своего лучшего переговорщика. Чё-то их там... Просто дохерич, по-моему, не? Ребята, давайте вы... Ну-ка, а вот туда! По-моему, там! Что? Мудили. Я же слышал.
показалось. Капец, оказывается, их легко одурачить. Ну, без тревоги только. Да не видите, куда идут? Блин. Так, там их двое, вот в чем проблема. Давайте-ка. В чем дело? Так, а мне как-то надо пройти-то. Что это было? Ничего. Что это было? Но он же сказал ничего, блядь! Так, погодите, мы всех тут отметили, может тут... Посмотрим, что тут! Ой, блин, это не очень хорошо-то как бы. Так, давайте этого, кстати, задержим. Полиция Майами! Да, да! Ну, хоть одного арестуем. Второй-то нам не нужен. Так, погодите, кстати, тут... Да, мы только одного... Блин, только одного мы арестовали. Но хоть никого в плане-то не убили. Так, стоп. Я там, видите, кое-что... Во. А, типа не хочет, вы представляете? Блин, забыл. Сейчас, погодите, погодите, погодите. Странно, что я сразу... Какой-то плакат сраный. Нахрена он нам? Постер там, там. Так, а куда еще там? Еще? Так. Вот это уже поинтересней. Где-то внизу, может быть. Ух ты! Ни хрена тут что, а? Так, письмо от бухгалтера Нельца. Что там он пишет? Письмо от бухгалтера Нельца. Запись Реми, твой второстепенный источник доходов, приносит все больше проблем. Бизнес Нельца трещал по швам. Лучшая японская анимация 2012. Пиздец. Какие же эти японцы, братишки, а? Реально? Так, 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 еще? Ух ты. Что здесь? Афиша там и там. Короче, он где-то там, может, в большой штуковине прячет деньги. Вот что за байда. Я хоть туда пошел-то. То... Ну да, он же сказал внизу. О, мне не нравятся эти мешки с мусором. Вдруг там... Там, может быть... Ну, вы понимаете. Так, 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 что за звуки? Опа. Руки вверх! Вверх, сказал! Так, у него даже оружия-то не было. Хотя, конечно, за спиной был бы пистолет, хоть и даже вообще тут ничего нет. Как Сиджи бы достал бы РПГ из своих штанов. Поэтому Мариванда тут. Выращиваем, значит, да? Эх, вы паскуды! Так, о, там уже побольше их будет сейчас. Так, что это такое? Вот и Стоттард. Плохо. Плохо, плохо. Надо пройти через теплицу, а это будет не так легко. Хотя, может, и легко. Стоять! Руки вверх!
Чего? Почему он его убил? Ой. А кто это сделал? Капец. Блять, как так-то нахуй? Да ёбаный карась! А это что, стоит, что ли? Вот мудим. Ладно, пусть стоит. Типа, все не по плану пошло. Все через заднее место. Так. Стой, стой там. Сейчас мы тебя накроем. А, понятно, типа вот почему он не услышал. А? Забавно встретить тебя здесь. Ага, прикольно. Брось пушку. Давай я просто уберу ее на место. Бросай чертову пушку. Ник, давай поговорим об этом. Ник, я слежу за этими уродами в фургоне. Отставить. Не вступай с ними в контакт. Ник. Выясни, куда они направились. Что это было, черт возьми? Так, ничего. Ничего серьезного. Арестовать меня, если мы оба умрем. Через тоннель. Давай, стоп! Ого! Стоп. Беру. Эти гады губят операцию Нельса. Серьезно? Интересно, почему? Да ладно. Вот это пушка! Ё-моё, М-16! Только патронов уже нету. Черт возьми. Черт жарко! Черт! Да ладно вам! Ребят, давайте поговорим! Так, стоп, М-16. Охренеть, господи! Вот эта пушка! А вы знаете, в батле-то как она пользовалась успехом? И сейчас, наверное, как круто... Ой, зря ее добавили. Если только под конец. Так, вот это я люблю, потом это. К сожалению, пока... Вот это вот, и все. И сейчас жара на... Ну, ладно, глушитель. Или... Не, пусть будет глушитель. Так, и что это мы стоим? Стоит мудиля. Сейчас идет. Я припарковался на заднем дворе. Пошли. Ой, погодите. Чувак, не иди! Сюда! Чувак, да ты мне помог. Мог свалиться. Там до хера братишек будет. Я уже больше, чем уверен. Так. О, да! Еще одна прекрасная ночь в Майами! Где ты? В Палкорпе. Я почти уверена, что они собираются. Черт. Хай. Сюда, быстро. Хай. Похоже, ей нужна подмога. Да ну на. Я тебя арестовываю. Мендоза, твоя напарница. Она в беде. Значит, мы поможем ей. Давай. У меня тачка рядом. Колеса не вертятся. Замечательно! Черт! Магазин в глубине торгового центра. Давай найдем ее. Все через задницу! Она моя напарница. Да-да. Да что? Раньше это было моей работой. Я уверен, ты бы сделал то же самое. Пошли. Так, стоять. Из места. Какого черта? И что теперь? А, вот так вот и все. Оказывается, легко. Так, стоп, а мы их
Во! Вот это уже другое дело. Главная цель пошла. Ты не нужен, понимаешь, братишка? Ты не нужен нам. Вот этот браток нам еще как нужен. Так, этот тоже не нужен. Так, а вот этот нужен. Правда, он находится, блин, рядом так еще. Так, замечательно, уже в копилку второй идет, или как, погодите, какой? Да, второй. Ладно, Виндов, давай найдем квинт. Сейчас просто идеальная будет подгрузка уровней. Я уже уверен. Так, а нет, нормально, смотрите-ка. Пока текстурки держатся. На честном добром слове. А вот этот браток, видимо, не хочет идти, все понятно. Ой, блин, начинается. Так, значит, Нэнс владеет этим магазином японских игрушек. Это, блядь, что такое? Гай! Гай, я тебя еле слышу! Чтобы она там не сказала, это было не очень оптимистично. Что тут происходит-то? Так, а вот братки пошли там. Да он даже не обнаружил меня, вы чё? Так. И все, главное, такие ненужные мне. Вообще ненужные мне. Да, там, конечно, больше очков дают и так далее, но, блин, ж так долго их арестовывать. Туда-сюда. Да ладно, ну ладно, давайте туда. Какого черта? Черт, ребята, ребята. Так. И что теперь? Да, вот так вот. Так, это не нужен нам. Блять, как раз он-то нам и нужен. Да ёб твою мать! Я так понимаю, ты твою дивизию! Но из-за тебя нет. Ты правда думаешь, что я единственный грязный коп в городе? Не, но ты единственный, кого я поймал. Ты все-таки не арестовал? А тебя ведь можно обвинить в пособничестве? Поговори мне еще что-то. Ну понятно, он сбежит или... Его даже уже и нет, а тут тележки спокойно передвигаются. Не, ну понятное дело, что это специально сделано, только нахера? Ой, бля... А, во. Черт, жалко, что мы, конечно, не можем даже арестовать тех, кого надо. Это меня, конечно, напрягает. Ник, Тома Рокото, это магазин Нетса. Давай! Там полно... Черт, меня видят. Мендоза, шевели! Меня окружают! Ник, займись ими! Обойдусь без совета! Да, да, он... Пока тут все не рухнуло! Да, классные он советы нам дает. Ник, давай сюда, быстрее! Гай! Гай! Эй! Эй, ты в порядке? Ну, как тебе сказать? Конечно. Доус уже в пути. Мы должны встретиться с ним во дворе. Отлично. Тогда берем Стоддарта. Эй, эй, эй! Люди Нельса идут. Без него мы не сможем выбраться отсюда. Решил, я могу тебе пригодиться. Да. Не с места! Что за грязное говно? Знаешь, я тут подумал,
Как в старые времена, да? Ой, бля. Я имею в виду, это почти как поэзия. Не так, что ли? Так, только... Смотри, не привыкай. Только не говорить, что я за Ева! Сразу же арестуй тебя. Может, мой адвокат лучше, чем ты думаешь, Мендоза? Все? Шикарно! Все, на этом, видимо, все. Ёб твою дивизию. Так. О! Отлично, прогрузилась. Да стреляй по ним уже! Хотя... Так, может тут, кстати, один-то еще будет. Ну, знаете, задержать, правда, я уже не знаю, нужен ли это нам. Двое, по крайней мере, задержаны, уже что-то. Работа, так сказать, сделана. Спокойно! В огне не горю, в воде не тону, только от пули я пизды получу. Так, трупы давайте просканируем. Может, это наши клиентики. Хотя, уже все, наверное, поздно. Давайте, бежим, 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 бежим. Даже не понимаю, почему багуется постоянно. То не прогружается, то еще какие-то дела. Что такое? Какая-то херь уже сыпь. Ой-ой-ой, что? Ого! Вот это колесико. Не-не-не-не-не, ну что-то это уже совсем. Блин, я не пещерный человек, я знаю как. Колесо умеет катиться, что... Чем оно круглее, тем лучше катится. Потому что на квадратных далеко не уедешь. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, нам точно надо туда идти. Мне кажется, если ураган-то нас унесет, то унесет. Так, что же там этот Доус-то? Окажется, поди-ка, что он подкупной. Там, блин, вот тут грязные дела на самом деле. 100% с нами играют как-то так непонятно. Главное, чтобы сейчас прогрузилось, иначе опять какие-нибудь начнутся припадки у меня. Ну что, Ник? Сержант Карл Стоддарт, вы имеете право единственный раз в своей никчемной жизни хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано Мендоза. Против вас в суде. Хватит. Все, что вам потребуется знать, здесь, капитан. Дай-ка угадаю. Он начал эту нарковойну. Подбил одну банду уничтожить другую, пока никого не осталось. Никого, кроме него, сэр. У меня куча улик, которые говорят о связи Нельса с грязным детективом из Майами. Но они неубедительные. А я очень верю, что тебе удастся найти последнюю неопровержимую улику. Спасибо. Какого хрена? Ник, просто чтоб ты знал. Я очень благодарен тебе, что ты вытащил меня сегодня. Это даже выше всяких благодарностей. Иди нахрен. Ник, не надо. Да ни хрена! Отдел внутренних дел найдет заначку у тебя дома. $33,000. Ровно столько Нельс перевел в последний раз. Конечно же, встанет вопрос. Куда ты дел остальное? Ты какого хрена творишь? Хай заступалась за тебя. И не раз. Почему просто не взять бабло? Так вот в чем дело. Мы старались, Ник. Я
Я был так уверен, что мы найдем местечко для тебя. Но ведь ты уверен, что ты один из хороших парней, да? Не бывать этому, сынок. Пиздец, ну это как оригинально просто, а? Итак, ни хрена себе. Я и второго убил. Ё-моё, когда это вообще получилось-то? Эпизод 5. Наказание. Прошло почти 3 года, как Ника осудили за то, что он не совершал, но раны на душе все еще не зажили. Блин, вот это круто, ребят. Но это уже в следующем будет эпизоде, потому что уже я охрип, к сожалению. Так что с вами был Залео. До скорой встречи, дорогие друзья. Бай-бай.